чемпионату мира по футболу 2018 года Татарстан должен решить проблему теневых перевозок. С июня красный свет при въезде в столицу загорится автобусом без специального разрешения. Вопросы безопасности дорожного движения обсудили сегодня на совместном заседании Кабинета министров и коллеги МВД. В Казани закроют газораспределительные станции. Вместо них сегодня в Пестричинском районе открыли ГРС «Богородская». Мощность станции более 5 миллиардов кубометров газа в год. Это позволит бесперебойно обеспечивать столицу голубым топливом. Впервые казанский «Зенит» стал чемпионом мира среди всех волейбольных клубов. В финале первенства планеты, разгромив итальянскую «Луба Чивитанова». Счет встречи 3-0.